кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере, на цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорит: да не убей, убьешь, везде найду, мол, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, и гвозди в лоб, чтоб ни о чем не думал. С меня при цифре 37 момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться в пятки, мол, давно ушла душа. Терпение, психопаты и кликуши, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен, и нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Да правда, шея длинная приманка для петли, а грудь мишень для стрел, но не спешите. Ушедшие не датами бессмертие обрели, так что живых не слишком торопить.